Баку и Москва работают над укреплением отношений в сфере транспорта. Азербайджан и Россия заинтересованы в развитии логистической инфраструктуры для привлечения новых грузов. В частности, речь идет о таких проектах, как Север-Юг и Зангезурский коридор. Эксперты уверены, реализация этих проектов повысит значимость региона в качестве логистического хаба. Сегодня, грубо говоря, Индия использует морской транспорт в основном, и грузы из Индии в Европу идут через Суэцкий канал. То наличие вот нашей железнодорожной ветки, это доказано уже многими исследованиями, оно позволит на 44% сократить время в пути. То есть если 40-45 дней идет груз из Южной Азии в Европу, то благодаря нашему маршруту это будет возможно всего там за 10 дней, 2 недели, да, скажем так. Помимо транспортных артерий, Азербайджан и Россия уделяют особое внимание модернизации и совершенствованию инфраструктуры, строительству мостов, новых логистических центров, имплементации таможенных услуг. Азербайджан, надо отметить, очень важно, за счет собственных ресурсов отстроил всю инфраструктуру на своей территории, то есть это касается железнодорожной ветки Астара-Астара, из азербайджанских Астара до Иранской Астары. Азербайджан отстроил и сдал в эксплуатацию терминал, который находится в Иранской Астаре на 35 гектарах земли. Также нашей страной было взято в аренду даже тот участок железнодорожного полотна 16 километров, который соединяет, который от азербайджанской границы проходит до этого терминала. Эти все работы выполнились в течение 5 лет. Азербайджан и Россия также координируют свои действия в рамках разрешения вопросов глобальных цепочек поставок. Эксперты уверены, что совместные проекты двух стран положительно влияют как на региональное социально-экономическое развитие, так и на евразиатский экспортно-импортный рынок.